На минулых выходных супрацовников промысловых предприемств чыгуначнага района Гомеля собрал 20-й юбилейный туристический взлет. У палаточных городок завитала и наша здымочная бригада. Сёлета туристический взлет присвятили 75-й годовине вызволения Беларуси от немецко-фашистских захопников. Удельниками стали 11 команд, у каждой по 30 человек. Подтримливали их сябры и родные, которые так само приехали сюда отпочить. Так получилось, что в июне было очень жарко и пришлось перенести на более прохладную погоду. Люди очень переживали, пройдет ли этот взлет, и все с удовольствием ждали. Вам не передать те эмоции, которые люди обрадовались, что наконец мы проводим в эти выходные туристический взлет. Команды выставляются. Вот сейчас как-то не видно, но а так приезжают даже молодые семьи, которые в том году, позатом году были просто туристами, а уже создали семьи и есть малыши. У программе спаборництва волейбол, мини-футбол, дарт, стрельба из пневматичной зброи и полоса пирожкот. Проявить свои творческие здольности удельники могли у творческих конкурсах «Модный турист» и «Лепший лагер». Команды заходя обрали тему оформления лагера и придумали дизайн костюмов. Люди едут с удовольствием, ежегодно ждут. Собираются. У нас специфическое производство. Производство непрерывное, но тем не менее все стараются со смены, в смену после соревнований, но обязательно поучаствовать. Все же стараются, все готовятся. Собирается команда, приходят кому-то какие-то идеи, потом их реализовываем. До речи, у номинации «Лепший лагерь» перемогу как раз и завоевала команда предприемства «Гомель Шкло». Яны перемогли у стрельбе с пневматичной зброи. А самыми модными туристами признаны супрацовники «Гомсельмаша». Вероника Гамзюкова, Андрей Иванов, телерадиокомпания «Гомель».